Добрый день, меня зовут Анастасия Щетинник, пиар-менеджер УДПО компании Inforuk. Хотите стать учителем испанского языка? Наша программа переподготовки поможет вам это сделать. Испанский язык, теория и методика обучения иностранному языку в образовательной организации. Курс для вас подготовили Голубева Ирина Владимировна, учитель испанского языка школы Летова, и Сон Людмила Петровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры романо-германской филологии, член Национального общества прикладной лингвистики. Программа разработана с учетом требований в ГОС и профессионального стандарта. Расскажу про категорию слушателей. Это специалисты с высшим образованием, обязательно владение языком на уровне B2, C1, лингвисты, учителя иностранных языков. Переподготовка проводится на основе высшего образования. Для слушателей, имеющих высшее педагогическое образование, рекомендуется обучение продолжительностью 300 часов, а для слушателей, которые имеют высшее непедагогическое образование, 600. Это рекомендация с нашей стороны. Таким образом, учителя с высшим педагогическим образованием вправе выбирать программу между 300 и 600 часами. Пройти переподготовку дистанционно – это действительно очень удобно. Для наглядности и мотивации в программе предоставлены красочные тематические презентации, даже с элементами анимации. Это способствует более эффективному усвоению изучаемого материала. Современные технологии значительно обогащают процесс изучения иностранных языков, делая его увлекательным и результативным. Отдельно расскажу немного о стажировке, которая является составной частью курсов профессиональной переподготовки работников образования и проводится на базе образовательной организации. В случае прохождения курса без стажировки в приложении к диплому будет указан меньший объем программы в учебном плане. По окончании обучения слушателям выдается диплом профессиональной переподготовки установленного образца и присваивается квалификация «учитель испанского языка». Итак, записывайтесь и приходите к нам за переподготовкой.